Всем привет, дорогие друзья, с вами Витёк. Сегодня проходим игру A Way to Slay. Это у нас тренировка. Проведите одним пальцем вправо или влево, чтобы вращать камеру. Хорошо. Проведите двумя пальцами вверх или вниз, чтобы отпустить или поднять камеру. Я не знаю, заметили вы или нет, но этот персонаж очень похож из игры Slash of Swords. Получается, одни и те же разработчики. Проведите одним пальцем вверх или вниз, чтобы приблизить или отдалить камеру. Дважды нажмите на врага, чтобы убить. Очень хорошо. Я знаю, что вам понравилась игра Slash of Swords. Да, она действительно прикольная. Я снял только два выпуска про нее за такое большое количество времени. Только два выпуска за год почти. Так что я думаю, может, скоро запишу продолжение. Если, конечно, вы хотите. Победа. 6 секунд. Так, трое на одного. Давай. А, все. Не получится. А как мне реплей нажать? Я должен проиграть. Ну ладно. Так, давай попробуем, смотри. Вот так. Вот так. И вот так. Отлично. 6 секунд. 54. 6.54. Так. А это достанет меня? Да, достают. Просто интересно узнать, какой у них радиус это. Так, вот этого. Во, не достал теперь. Он ему меч в ногу засунул. Вот так, у вас теперь уже пятеро. Так, тут, по-моему, надо камеру чуть подвинуть. Не зря же мы тренировку проходили. О, не достал. А мог бы. Там чуть-чуть совсем. Блин, смотри, как кровище. Прикольно они сделали, типа, замедленное вот это вот. Хотя... Не, прикольно все-таки. Да. Так, снова не так... А, все. Это проигрыш. Да. Так. Теперь вот тебя. Теперь тебя. Тебя и тебя. Ого, 12 секунд. Это, наверное, был самый долгий наш раунд. Нет, это все опять проигрыш. А нет, все равно, да, смотри, это достает нас. Ладненько. Тебя. Достал все-таки. Так, а кого первым тогда? Опять. Ну ладно. Пропустить уровень? Нет, мы не будем сейчас пропускать, будем играть нормально. Вот сюда. Теперь... Нет. Нет, значит нет. Теперь до тебя. Дальний. И ты тоже достаешь. Ну... Сколько кровища там. О! Наконец-то. Аллилуйя. Так, а там уже какой-то новый враг. А, на него два удара надо, короче, по нему нанести, чтобы его убить. Ну, хорошо. Так. Вот так. Только я вот не понял, он, по-моему, только замахнулся и уже убил нашего героя. Вот так. И вот так. A Way to Slay. Так, теперь их двое уже. Эх. Пробуем еще раз. А, достает. Он жесткий, они здесь, если честно. Давай тебя. Теперь дальнего. Все равно достают. Офигеть. И опять достают. Хватит доставать уже. Ты меня достал. А давай теперь дальнего.
так. Вот так. О, идеально. Все. Не нужно забывать про тех, которые находятся в самом конце карт. Во, это же легкий уровень, смотри, хоп. 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 По-моему, самый прикольный уровень. Такс. Нет, достает. Ладно. Может тебя? Теперь сюда. Нет, это проигрыш. Да. Пробуем еще раз. Сюда. Сюда. Опять проигрыш. На том же самом месте. Ой, зачем я это сделал? Не знаю. И это зачем я сделал? Вот дальнюю. Во. Теперь его и его. Все красиво. Все красиво и четик. Опа, у того уже теперь на... тому надо уже три удара на... нанести. Раз, два, три. Ой. О, руку отрубил, или мне показалось. Конечно, вряд ли в этой игре такое возможно, но очень было похоже. Нет, это все. Это капец. Еще раз. Away to Slay. Называется игра. И если, ребята, вам понравилась игра, то не забудьте поставить лайки, напишите в комментариях, что вам эта игра нравится. Я могу продолжить ее записывать. Почему бы, собственно, нет? Мне же надо что-то снимать. Логично же. Снова поражение, снова поражение. Но мы не сдаемся. Ничего страшного. Еще раз. Так, давай дальнего. На тебя. Блин, почему он так отходит назад? А этот наоборот подбегает. Слишком жесткие они. Одни и те же ошибки делаю. Так, ладно, сейчас все получится. Смотри. Нет, уже нифига ничего не получится. Надо еще раз. Тебя, тебя, да достает. Все равно достает. Как достает все равно? Опять я это сделал, нафига. Такс. Того дальнего. Нет, все равно достает. Как бы вас их убрать так? Так, тебя первого. Теперь тебя. 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 На. Тебя. 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 Достает, да как? Я же далеко находился от него. Как он это делает? Вот так. Вот так. Вот так. А, достал. Достал во всех смыслах. Вот так. Вот так. Вот так. Да как? Блин, я чего-то не замечаю, по-моему. Вот так. Вот так. Вот так. Это стал. Сколько можно уже? Так, ладно, сейчас все получится. Все равно все получится. Такс. Так. Вот так. Вот так. И вот так. Вот так. Фух.
Фу, а я постоянно на этого фиолетового нападал, а я должен был добить того толстого. Здорового, точнее. Вот этого. Так, как бы тут камеру во. Теперь опять его. Теперь вот этого. Теперь того. Тебя. Вот так. Блин, прикольный ракурс. Классно, что тут можно камерой двигать. Так, что-то у вас здесь слишком много. Вау. Конечно, я сделал неправильно, но это выглядело красиво. Смотри, у него меч прям воткнут. Ого. А эти стоят на месте, ничего не делают. И как мне их выиграть? По двое стоят. Ладно, сейчас попробуем. Давай тебя. Теперь кого? Двигай камера. Тебя. Смотри, стоят на месте. Видимо, я от них слишком далеко. Но это все, я опять проиграл. Потому что они опять вдвоем стоят. Двое там, двое там. Вот так. Вот так. Теперь дальний. Опять они ничего не делают. Еще раз пробую. Эх. Ладно. Это я решил просто посмотреть, достанет ли он или нет. Давай тебя. Теперь. Прикольно, да? Теперь вот это. И опять не выходит. Away to Slay. Сегодняшняя игра у меня на видео. Во. Или нет? Теперь надо... Не, все равно не получается. А, нет, получается, смотри. Во, наконец-то. 24 секунды. Ого-го-го. Так. Вот так. Эх, опять они вдвоем стоят. Ой, это как-то... Еще раз, короче. Вот. Так, четвером все на меня. Я беру, убираю второго, убираю третьего. Потом за ним четвертого, потом пятого. Шестого и седьмой меня убирают. Еще раз. Я просто решил посмотреть, может тут какой-то меч классный. Но тут только такой доступен, а за остальные там надо это пройти несколько глав там. А ну-ка, персонажи. О, доступен вот этот. А этот уже будет после второй главы, это будет после третьей, после... Вау. Ничего себе, сколько персонажей. Ну, мы их посмотрим в следующей серии. Всем спасибо за просмотр, дорогие друзья, спасибо, что смотрели. Вторую часть мы уже пройдем в следующей серии. С вами был Витёк, всем до скорой встречи, всем удачи и всем пока-пока.